Доброе утро, мир. Я на самом деле совсем что-то Ереване не снимаю, вот, но мы сейчас едем на завтрак, поэтому пусть это будет день разнообразия. Волосы все никак не могут нормально отрасти, но мы пытаемся. Вот. Снова здравствуйте! Я хочу сделать маленькую распаковку того, что я заказала на Wildberries. Если честно, мне кажется, это мое единственное тут развлечение, просто которым я балуюсь. Вот. И сейчас я вам покажу, что я заказываю, это прокомментирую и потом пойду в зал. После этого у меня будет практика с Машей. Я ее наставляю на путь истинный. Маша — это моя подружка. Она сейчас живет в Грузии. И иногда грустненько, поэтому я решила ее порадовать аштангой и сказала, что я ее научу. Поэтому да, вот практикуюсь в преподавании аштанги. Куча упаковки. Это мы не уважаем, но зато ничего не порвалось. Дамы и господа, это жидкий хлорофилл. Я специально взяла маленькую упаковку, потому что большой не успею, скорее всего, уже использовать. Он достаточно маленькими дозами используется, но я влюбилась в хлорофилл. Я беру с мятой. До этого брала от фирмы Now. Сейчас взяла вот это попробовать. Не знаю, от кого он, но... Тут еще пихтовая кислота, кремниевая вода. Не знаю, попробую. Я взяла себе, наконец-таки, просто дошла до... Это не Йоршик, а как это называется? Вы знаете... Это, короче, тоже для зубов вот эта вся история. Вот, он тоже должен хорошо прочищать. Ну, вот тут нету названия на русском. Потом могу написать, если не забуду. И последнее, но не худшее. Вообще, мне еще идет на самом деле купальник, потому что в зале есть бассейн. Я, если честно, никогда в бассейн не ходила, но думаю попробовать. А это, дамы и господа, протеин. Конопляный. Вообще, у меня такой уже был, но в большой упаковке, тут 500 грамм. Я очень надеюсь, что... Очень надеюсь, что успею его использовать. Хочу использовать его во все. Вот, потому что я чувствую, что мне очень не хватает белка в организме из-за того, что у меня сейчас такие повышенные нагрузки физические. Поэтому да, будем пить. Хочу сегодня попробовать его смешать с матчей. Вот, поэтому да, пойдемте переодеваться и помчим в зал. Доброе утро. Я пытаюсь что-то снимать последние дни. Насколько у меня это получается, увидим уже позже. Сейчас ходила в душ, варю кофеечек, поставила овсяночку. Мы опять подсели на овсянку. Я до сих пор в брекетах. Мне через неделю, я пойду, возможно, мне их снимут. Но это не точная информация, как мы знаем. Вот. Сегодня тот день, когда я практикую вообще. Сил нет, но есть хорошие новости. Они заключаются в том, что мне сегодня снимают брекеты, а завтра у меня день рождения. Поэтому я предлагаю вам сегодня провести этот день со мной и максимально за меня порадоваться. Итак,
Я немножко подуспокоилась и хочу в таком более спокойном режиме рассказать вообще, как все прошло. В двух словах это было ужасно, в трех. Потому что я, во-первых, ждала 40 минут, пока меня примут. Зачем меня было звать рано, непонятно. И доктор такой, типа, а что ты пришла снова? Я вчера была. И откуда вы мне сказали, что мы сегодня снимаем? Он такой смотрит, почему я сказала, что мы сегодня снимаем? Я такая, ну вы сказали, что типа подарок моему дню рождения вы решили сделать такой. Он такой, типа, а, точно, типа, должна быть какая-то причина, чтобы снять тебе, типа, брекеты. И я такая, я понимаю, что он сам не очень доволен своей работой, и он как бы не считает работу завершенной. И вопрос, нахрена тогда мне снимать брекеты? Если ты считаешь, что прикус еще неровный, все еще не на местах, типа, в чем вообще твоя проблема? Я расстроенная, на меня нет места, чтобы вы понимали даже. То есть он меня просто зачем-то вклинил в это их расписание, которое, ну, как бы у них и так до хрена людей. И я вижу, он меня ведет в кабинет, в котором он сам делает, а он очень грубо делает и очень болезненно. И я его спрашиваю, вы мне будете делать? Он такой, да. Ты что, как бы, типа, мне не доверяешь? Я ему не сказала, что нет. Но он один раз тоже взаимодействовал с моими зубами, и это было ужасно. Я такая, я поняла, что все мне пиздец. И он очень грубо начал отдирать брекеты. Это очень болезненная на самом деле история, потому что, ну, вам как-то зубы выдирают, понимаете? И все одновременно, это больно. Особенно, когда делает человек, который как будто бы, знаете, торопится, которому нужно с первого раза все сделать и так далее. Короче, я в слезы, мне дико больно, дико неприятно от всей этой вселенской несправедливости. И, короче, очень обидно, что случилась такая ситуация, потому что я понимала, что, понимаю до сих пор, что работа не завершенная. И да, выглядит в целом-то более-менее, как я сейчас уже понимаю, хотя, если честно, мне не нравится. Я созрю, и Андрей предположил, что это от того, что я просто привыкла к брекетам, но мне стыдно за мои зубы, мне стыдно, что за весь тот период, который прошел, мне не то, что стыдно, мне обидно за то, что, типа, я так долго я их носила, столько денег в это все вложила, и это до сих пор немножко такая, знаете, черновая, неидеальная работа, но, типа, я не совсем поняла прикол вообще в чем, куда ты торопился. Я никуда не торопилась, я ему не говорила, снимите мне и так далее. Я, короче, не поняла вообще этого. Я очень расстроилась, я очень много плакала. Я сейчас потихонечку восстанавливаюсь. Хочу покушать, потому что сил не хватает, если честно. Но... Но они не идеальны, видите, тут торчит, тут торчит, тут неровно. Ну и как бы дырки между зубов. Этого тоже не должно быть, понимаете? Я это понимаю. Но в тот момент, когда он мне начал все это, он еще очень быстро все делает. Как бы у него не было, знаете, даже такой мысли меня спросить, типа, может, ну, как бы норм, если еще подождем, или еще. Ну, то есть, и с ним, понимаете, невозможно общаться. Ты ему что-то говоришь, и он такой, типа, ты считаешь меня плохим доктором? Да, я считаю тебя плохим доктором. Ну и он начнет какую-нибудь херню опять говорить, типа, я даже не знаю, он может все что угодно сказать, и вот то, что я не знаю, что мне ответит, мне страшно за это. Поэтому, да. Вот такая вот история, вот такая вот херня.
давайте немножко прорезюмируем это видео. Это, конечно, полный месс, я абсолютно понимаю, но это то, что вот есть сейчас в моей жизни. Я практикую, ем, работаю, не монтирую видео, не снимаю видео, потому что просто нечего снимать. Я лежу на этой кровати очень много времени, поэтому да. Вот, но очень интересно, конечно, было поделиться тем, что был очень негативный опыт в плане зубов. Мне сделали уже капу верхнюю, если что, ретейнер мне сделали на нижнюю, капа будет на верхнюю. Вот сегодня поеду забирать свою капу. И хочу сказать, что, наверное, это будет последнее видео с Ереваном, потому что я очень очень сомневаюсь, что я буду тут еще что-то снимать, потому что нечего снимать, просто нечего, дико скучно, дико нечего делать, абсолютно. То есть... Ну, я сижу только за компьютером, и все, это все развлечение всего времени. Вот, и мы в конце марта уже будем отсюда уезжать. А, к сожалению, вот, понимаете, это сейчас там дрифтит чувак, который просто может ночью приехать и дрифтить, если, не знаю, слышно, не слышно. Короче, мы в апреле переезжаем в другое место, не конечная точка, к сожалению. Чтобы вы понимали вообще, в каком мы сейчас состоянии, дико подвешенном, еще более подвешенном, мы подали наши документы в посольство, не буду говорить, какой страны, но в посольстве, и нас до сих пор не могут рассмотреть нашу заявку, там какие-то правила изменились, и, короче, мы еще до хрена времени где-то должны тусить на чемоданах, поэтому да, вот. Живем весело, развлекаемся. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, подписывайтесь на меня в Телеграм. Буду рада всех видеть. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Хоть как-то немножко, возможно, вас отвлекло от ваших забот. Вот такие вот делишки. Комп по-прежнему не работает. Обняла, поцеловала. Кстати, вот этот хлорофилл, который купил, он невкусный.